общем, вот, зашли горями и правдами. Каравен Исыкуль. Центр отдыха. Да, эта зона уже такая. Прям зона-зона. Это во мне это. Ресторан 4 сезона, да. Вина. Вот к пляжу дорожка. И на такие серьезные домики мне прям они нравятся. Да. Думаю, что на несколько... Цены куда-нибудь ставим обязательно, потому что в интернете наверняка есть цены и фото номеров. Здесь вот так вот линиями идут коттеджики такие. Но чем ближе к воде, тем дороже. Наверняка. Так вот добираются до пляжа. Да, можно с собой взять, чтобы много не ходить и быстро добраться до пляжа. Так, одноместный здесь в районе где-то 4-5 тысяч стоит. Нет, июль-август 5900. 5900, да. А четырехместный? Вот на нашу семью, например, если это не люкс семейный, а люкс семейный, вот 20-250, а апартаменты 20-250 в сутки. 300, да. 25 сутки, четырехместный номер. Наверное, коттедж также будет стоить. Так, ну а мы дошли до самого пляжа. Да, собаками нельзя, штраф 1000. Нам не пойдет. У нас собака, хотя мы и убираем за ней, но все равно. Хоть у нас и вакцина есть, что она не заразная. Да, и привитая моем. Собака там всякая. Я привитый, собака привита, но с собаками нельзя. Смотрите, какие площадочки оккультуренные. Вон бассейн имеется. Туалеты такие. А это не туалеты, это переодевалки. Да, вон, кстати, писить нельзя, написано. Так вот выглядит пляж. И дорога вдоль пляжа. Зона качает. Угу. Я вот обратил внимание, зона строго огорожена. Там решетки прям в воду уходящие, и здесь, чтобы всякие левые не переходили. Есть бар прям недалеко от пляжа. Такие беседки вот написано. Платная. Это мало того, что надо платить за номер, еще надо отдельно платить за беседки. Ну да. Ой, вообще нечестно. Спасатель с полотенцами есть, велопарковки. Мангальчик вон стоит, не знаю чей. Температура воды сегодня. Каждый день меряют, что ли? Наверное. Ух ты, как интересно. Воздух и песок. Воды. А сколько воды? Воды плюс 18. Пойдемте на пирс сходим. Так красиво все, так стильненько сделано прям. Ну я не знаю, стоит это этих денег или нет, вот честно, не знаю. Но за повышенный комфорт надо платить. Ну, наверное. Но здесь он явно повышен. Ну, не знаю. Виды какие. Виды хорошие, обратите внимание, зона, где буйки, прям вокруг всего вот этого. Вокруг купальной зоны идет. И скутеры стартуют вот прям за ней, чтобы сюда вообще никто никогда не попадал и не заплывал. Обрати внимание, как приятно было бы лежать на такой мягкой травке, а? Не на горячем песке. Ну тут неспроста вот эти вот беседочки здесь именно находятся. Да, хочешь, полежал на беседке, да, свалился, полежал на травке. Да это приятно по травке ходить, это вот прям плюс. Наличие травы. Прям, ну да. Хороший плюс. О, теннисный корт какой классный. А здесь мини-футбол и баскетбол. Илья, ты меня всегда звал на этом, в Египте поиграть. Там был закрыт корт. А здесь вот, наверное, здесь работает. Ну там тоже замок висит, но я думаю, что можно взять ракеточки и поиграть. Ну, вообще это здорово, да. Да. Видите, замочек. Наверное, корт платный. Ну, естественно, надо денежку заплатить. Тут все платное. Покрытие такое неплохое. Первая линия, наверное, здесь самые дорогие номера, потому что до воды, ну сколько здесь, метров 200, да? Да, нет, 50. Меньше? 50 метров? Да. Ну 100 максимум. Да меньше, ну вот вода. Ну еще туда надо пописать. Да нет, ну, вот, очень вот, мало. Мне кажется, что здесь самые дорогие будут. И вот, судя вот по всему, что вы увидели, и зная о цене, и теоретически зная, что отдых в Египте, например, стоит примерно столько же, но... Такие смешанные чувства заступают. Миллион за 10 дней отдать, миллион тенге, когда есть другая альтернатива, почему бы ею не воспользоваться? Ну, очень дорого.
Не знаю, на кого это рассчитано. Не, хотя знаю, у кого много денег. Не, ну народ-то тут есть. Ну, народ есть, но его не так много, кстати. Народ есть. Я не думаю, что здесь все номера выкуплены. О, ипотека. Да, объявление ипотеки на коттедже. Ну, кстати, а может быть это коттеджи в собственности? И тогда это все меняет. Может быть, да, может быть. Потому что тут прям на некоторых написано «продам коттедж». Ну, просто так мы на территории не поставили бы это объявление. Скорее всего, здесь, ну, здесь есть продажи. И, наверное, продажи активные. И, наверное, это выгодно продать коттедж, чем его сдавать в аренду. Конечно. Продал, сразу деньги отбил. А сдавать это еще за ним следить надо и да, так далее. Да, да, да. Поэтому, да, может быть, даже и люди тут живут. Вот такие вот есть вот корпуса один и второй. Скорее всего, в этом корпусе находится бассейн и вот спортивные мероприятия. Мне так кажется, потому что, видишь, не зря же написано каравен. Каравен. Ну да, тут Ладно. Есть спортклуб какой-то. Да. Сейчас, кстати, я много видела таких комплексов, где коттеджики небольшие и сразу там и спортивные всякие мероприятия, и фитнес, и тренажерные залы есть, и кафешки. В общем, все на одной территории. Ну, по мне, так это круто. Отдых для зожников. Где все сразу. Ну-ка, а я вам покажу корпус, как выглядит. Ну, неплохо выглядит, должен сказать. Даже по окнам можно, да? Да, окна, что внутри. Красивенько. Это вам, конечно, не советские пансионаты. Это уже другой лакшери уровень. Нет, хотя советские пансионаты, они какие-то такие душевные, добрые. Они старше а просто со своей историей. А это, ну, новодел, ну, хороший новодел такой, да. Да. Там и фитнес, сауна, и бильярд. Все тут есть. Походили по территории, поговорили с охранником и с таксистом. Что он нам рассказал, что в этом пансионате, как правило, все коттеджи и даже в корпусах все квартирки принадлежат частным лицам. Есть там, конечно, какой-то там небольшой это участок, где можно снять номер и так далее. А так это все, ребята, частные территории, выкупленные просто коттеджи. А коттеджи эти стоят примерно 350 тысяч долларов за коттедж. Вот водила сказал, не знаю, верить ему или нет. Но вот такая цена, в общем, вот здесь.